Привет, меня зовут Катя, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила заснять такой домашний влог, просто о том, как пройдет мой сегодняшний день, и просто пообщаться с вами. Надеюсь, вам понравится такой формат. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Ваша кнопочка должна быть серой, а не красной. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о выходе новых видео. И да, приятного просмотра! Сейчас вообще я нахожусь на больничном. Я думаю, возможно, вы заметили это по моему голосу. И сейчас мне нужно идти на прием. Я уже вышла от врача. Меня не выписали, потому что мое горло продолжает очень сильно болеть. И сейчас мне даже говорить больно. Вот, на улице дождь. Погода вообще не айс. Поэтому сейчас я направляюсь домой. Лечиться дальше. Просто посмотрите, какая тут красота. Именно за это я люблю осень. Потому что посмотрите, какие желтые деревья. Дождь, конечно, вообще все портит, но все равно. Только что решила помыть голову. Вот, и сейчас я пойду завтракать. Как вы могли заметить, я еще этого не сделала. Мы просто перешли на новый уровень общения. Ненакрашенная Катя с мокрой головой и в пижаме. Я люблю пить кофе, поэтому сейчас я его себе и сделаю. Смотри-ка, у меня крутая чашечка такая, прям осенняя, вязаная. Кофе это прям. Если вы тоже кушаете, то вам тоже приятного аппетита. Я буду смотреть сейчас какие-нибудь видосики на ютубе и кушать. Голова у меня еще не высохла, но я хочу сделать патч. Ничего не упало здесь из камеры, а то это может быть. Вот у меня такие вот, я открыла их. Что делать дальше с ними, я не знаю. Сегодня еще идти на одну встречу. Мой день рождения продолжается, так скажем. Вы, наверное, уже все заметили, что во влоге с моего дня рождения не было одного человека. Вот. Это Настя. Сегодня мы встретимся. Я нам подарю подарочек. Вот. И мне надо уже собираться, а я в патчах сижу. Нормально. Они падают, ребят, у вас тоже такая проблема была? Я уже переоделась в сарафан и футболку, так как сейчас я пойду навстречу к Насте, а надо еще накраситься, расчесаться, и увидимся с вами позже. Сейчас я пойду расчесывать волосы и заплетаться. Офигенный свет, обожаю софтбокс. В общем-то, я уже вышла. Сейчас я решила идти в пальто с сумочкой, вот так вот. О, зонтик мой голубенький, абсолютно ни к чему, нормально. Вот, и я иду на место встречи к Насте. Думаю, что... Ой, что так, у меня все шевелится очень сильно. Стабилизация, ты где? Ну, я думаю, что вы, конечно же, увидите Настю, вот. Не перестану вам говорить, как тут красиво. Это те же деревья, потому что иду я по одной и той же дороге. Вот, ну это безумно красиво. Я обязана вам это показать. Мы пришли с Настей в кафе. Нам уже принесли пиццу. А вот. И тут мой подарочек.
уже... Ой, господи, как тут грязно! Мы уже попрощались с Настей. А вот ее подарочек, но вы видели, что я его уже распаковывала. Тут безумно грязно. Вот. Это акула из Икеи. Господи, это просто самое лучшее, что могло быть. Камера запотела чуток. Я очень хотела акулу из Икеи. Я ее получу. Это супер классно. Я знаю, Настя, что ты смотришь этот влог. Еще раз тебе большое-большое спасибо. Теперь нужно придумать имя для данного существа, которое он торчит из моего пакета. Будем думать. Еще хотела вас спросить, каково вам такой формат, такой домашний. Я особо ни куда не ходила. В общем-то, я уже дома. Вот. День подходит к концу. А вот что мне подарили, да, это теперь мой новый друг, это акула. Я думаю, все ее прекрасно знают. Это, по-моему, мейнстрим уже какой-то. Все в интернете только о ней говорят. Я очень ее хотела, и спасибо большое. А теперь она у меня есть. Надо придумать ей еще имя. А вот что у меня на голове. Теперь я думаю, вы будете ее часто видеть, потому что я не могу, она мне так нравится. Моей сестре она тоже очень понравилась. Она такая говорит, спасибо, Катя. Это моя акула. Я такая, не-не-не, это моя акула. Угу. Не надо тут. Ля-ля, тополя. Вот. Что я еще могу сказать? Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Если да, то обязательно ставьте пальцы вверх. Акула тоже вам говорит, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. И да... Может быть, мы с вами еще встретимся. Я не знаю, что я сейчас буду делать. По идее, нужно делать уроки, лечиться, всякие таблетки там пить. Вот. И с акулой сидеть. Но завтра суббота, она не учебная. А со следующей недели у нас уже учебная суббота. Все, закончилась халява. Теперь мы учимся по 6 дней. Ну ничего, сейчас не будем о плохом. И да, напишите мне еще, нужно снимать подобные видео. Может быть, уже из школы там что-то поснимаю, как бы влог из школы. Все пишите в комментариях, я все прочитаю, естественно. И буду прислушиваться к вашему мнению. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку на него я всегда оставляю под каждым своим видео. Вот.